Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут София. Я очень парозависимый человек. Друзья, сегодня мега распаковка. Мега распаковка из магазина «Рандеву». И прежде чем я начну распаковывать, даже не одновременно с тем, как я буду распаковывать, а вот прям перед этим я хочу сказать вам всем спасибо. Спасибо, во-первых, за то, что вы меня поддерживаете во всем, что я делаю. Вы меня поддерживаете, когда смотрите видео. Ставите лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Пришли новые подписчики. Я вас приветствую, я вам очень рада. Вы меня поддерживаете, пишите мне очень добрые слова и здесь, и в телеграм-канале. Ссылка на него будет в инфобоксе. Там, в общем... Там и парфюмы дня, и про животных, друзья, в первую очередь, вы очень поддерживаете меня с теми животными, которыми я занимаюсь, которых я спасаю. Вам вот просто низкий поклон. Без вас вообще бы ничего не было, вообще бы ничего не происходило из того, что происходит хорошего. Бывают у нас там плохие истории, бывают неудачи. Но когда видишь, что что-то получается, так радостно. Я прям очень счастлива. И вам, друзья, за это большое спасибо. И, конечно, я вам бесконечно благодарна, что вы пользуетесь моими промокодами. Новый, друзья, промокод в инфобоксе многоразовый. Дает скидку на 10%. При этом в магазине «Рандеву» уже скидки. И к Новому году, например, можно себе что-то выбрать. И скидки... вот. Допустим, скидка от «Рандеву», а плюс еще моя скидка, и прям цена будет хорошая. Друзья, и вот благодаря вам, благодаря вашей поддержке и благодаря тому, что вы пользовались моими промокодами, вот такая посылка, друзья. Сейчас я буду открывать. Я помню прекрасно. Иногда, знаете, память отказывает, а иногда все-таки помнишь, потому что там кое-что пришло. Что я очень ждала, что я очень хотела. И, друзья, это прям вот настоящее рождественское, практически новогоднее чудо. Сейчас мы откроем. Магазин «Рандеву» замечательный. Вот магазин, про который не скажешь, что там продается паль. Там кроме косметики есть парфюмерия, друзья. Там всегда скидки. Там всегда много очень интересного, друзья. Так, пришла бусинка. Бусь. Ну что? Ну, иди ко мне. Лицо царапать не надо было. Это бусинка. Бусинка иногда снимается. Бусинка иногда снимается в видео. Да, бусинка. Три кошки, три собаки здесь. Извините. Ну, надо уделить внимание ребенку. Да, Бусяш. Вот вам, наверное, не слышно. Ты мой сладкий ребенок. Давай я сейчас быстренько сниму, а потом мы будем с тобой обниматься. Хорошо? Ты мой сладкий ребенок. Давай. Давай попозже. Чик. Чик-пык. Я надеюсь, больше на меня никто не прыгнет. Но мы должны быть с вами, друзья, аккуратны, поскольку всякие пупырки это животным не очень полезно. Так. И давайте же смотреть, что здесь лежит. Ну, во-первых, здесь лежат подарочки. Ага, Рома Пассионе. Мы знаем, что это такое. Так, куда бы положить, чтобы никто это не съел. Так, что это такое? Марти Дерм Оригиналс Флэш. Что-то там делает. Вот такая штучка. Потом разберусь. Так, я заказывала некоторое количество от Левантов. Сейчас мы посмотрим, что я там заказала. Так, а заказала я вот что. Друзья, потом... Видите, у меня стрижечка. Потом будут обзоры. Амур Ут. Сафран Реа. Парфюмерная вода. Что-то, знаете, я решила расширить кругозор по части арабской парфюмерии.
я решила расширить свой кругозор по части арабской парфюмерии, либо ну, какой-то там псевдоарабской парфюмерии. И второй Amour Oud Midnight Rose. Хочется чего-то такого эдакого. Так, откладываем. А здесь что у нас? Что-то Beauty Snail, что-то там Repair Cream. Окей, будем восстанавливаться. Так. Так, друзья. Конечно же, я не прошла мимо некоторых аромабоксов. Аромабоксы, друзья, ну, вы знаете, это тема. Это тема для тех, кто парфманьяк, прям парфманьячище. Это тема для тех, кто только знакомится с парфюмерией. Это отличная тема, отличный пример подарка. Подумайте про Новый год. Цена прекрасная, содержимое великолепное. Оформление просто-просто выше всяких похвал. Рожадав. Вот, друзья, я мысленно, конечно, олигархичка, но по факту нет. Поэтому мне очень идти. Я бренд не знаю совсем. Когда кто-то показывает рожа, как правильно произносится, ну, в общем, как-то правильно произносится, в народе это называется рожа. Когда кто-то показывает эти парфюмы, я думаю, боже мой, боже мой, как будто человек жонглирует золотыми слитками. Вот, вот так вот. Да, поэтому я подумала, что что-то как-то я вот мимо олигархической темы, и надо эту тему как-то поднять на канале. Как будто бы. Все расскажу, друзья. Мне так интересно. Да, кстати говоря, вот я тут думала, да, что у меня же было почти 2 недели от левантов и тревелов. И я собралась переходить на флаконы. Но что-то мне подсказывает, что вот со всеми этими делами пока переходить на флаконы рановато. Угадайте, с какой нотой, вот сейчас, вот, да, пока я говорю, а вы попробуйте угадать, с какой нотой у меня аромабокс. Давайте я досчитаю там до 3, да, а вы про себя мысленно скажете. Скажите, ну, конечно, Соня заказала парфюмы с нотой уда. Правильно, топ удовых ароматов. Что там у нас есть? И Байреда есть, и Ком де Гарсон есть, и Франсис, конечно, и Франк Бокле, и Джульетта есть, и Лэм есть, и Носомата, и Зарко Парфюм. Так-то, друзья. Вот, это уд. Дальше. Так, я вся в шерсти, конечно. Дальше. Заказала то, чего я не знаю, но я знаю немножко. Я знаю марку. Марка, которую я до сих пор так и не знаю, как она правильно читается. Каджал, Каял. А у меня есть... Я забыла, что у меня есть. Название я напишу. Ну, короче говоря, я знакомилась с этой маркой. Марка мне нравится. Поэтому я попробовала слепую купить. Тревелы. Называется... Джайхан. Или как-то так. Вот. Сейчас мы все откроем, конечно же. И, друзья, барабанная дробь. Помнится когда-то, в прошлой жизни, я со своими парфюмерными подругами снимала видео, которое называлось «Мечты сбываются». Да, там, мы рассказывали о том, как сбываются мечты, и мы получаем какие-то парфюмы. Ну, прошло некоторое время, мечты поменялись, мир поменялся полностью. И вот полгода назад, больше даже, больше, чем полгода назад, в начале весны, я общалась со своими парфюмерными друзьями. И один человек посоветовал мне этот парфюм. Речь шла о парфюме, который напоминает масалу. Я говорила вам на канале об этом парфюме. О том, что вот этот парфюм для меня ассоциируется с масалой. Этот парфюм меня успокаивает. Константин, если вы смотрите, вам огромное спасибо за то, что вы рассказали об этом парфюме. И без вас я бы об этом парфюме даже не подумала. И это, друзья, Map of the Heart. Золотое сердце.
Золотое сердце. И я сейчас, конечно же, все это открою. Вот. А еще я хочу передать привет моей дорогой Алене. Алена, ты первая для меня открыла этот бренд. С тебя начался интерес к этому бренду. В общем, Алена и Константин, вам от меня большие-большие приветы. И некрасиво. Но мы... А что-то я волнуюсь, нет? Я не думала, что такая красивая коробка. Как она открывается? Сейчас. Вот так вот она открывается. И посмотрите. Посмотрите, какая красота. Что-то я зависла. На картинке это сердце выглядит даже не так эффектно, как это выглядит в реальности. Вот такое сердце золотое, друзья, мое сердце с вами, где бы вы ни находились, я сейчас обращаюсь ко всем своим друзьям, ко всем своим подписчикам, где бы вы ни находились, мое сердце с вами. Вот, а сейчас мы будем делать пшики. Только мне нужно найти дырочку. А вот это вот такая вот крышечка снимается. Сейчас. Такое облачко красивое. Парфюм, который оказывал на меня... Вот, я когда услышала про этот парфюм, я сразу заказала от Levant. Парфюм, который оказывает и оказывал на меня какое-то медитативное действие. Я этим парфюмом пользовалась, и я засыпала. При том, что настроение было отвратительное, состояние было ужасное, и эмоциональное, и физическое. А парфюм на меня действует успокаивающе. Я потом обязательно вам об этом парфюме расскажу. В общем, вот такое золотое сердце, друзья. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы есть. Буду разнашивать. Я понимаю, что парфюм там должен постоять, отдохнуть с мороза и так далее. Но звучит он божественно. Божественно. Мы к этому вернемся. Сейчас я хочу открыть вот это. Ну, я понимаю, что это будет что-то другое. Но, тем не менее, любопытство побеждает. И мы сейчас прям все откроем. Распаковка это в конце концов или не распаковка? Распаковка. Так. Джихан. Скажите, пожалуйста, как это правильно читается и на какой язык мы ориентируемся. Вот так вот. Как это все красиво. Как это все качественно сделано. Кстати, вот тоже отличный был бы подарок кому-то. Обратите внимание, пожалуйста, на эту марку. На то, как они... Это все делаем, упаковывают. Ага. Вот так вот выглядят эти тревелы. Три таких тревела чудесных. Ноты я, конечно, не помню. А не написаны ли ноты где-нибудь здесь? Может быть. А может быть и нет. Нет. Написано для наружного употребления. Ну, хорошо. Ну, кстати, вот даже вот эта вот коробочка очень интересная, тисненная. Так. Наносим. Друзья, ну так бывает. Так бывает. Так. Тем не менее, крышка очень плотно сидела. Поэтому. Что-то такое томно, темно, розово-медовое.
Если вам, в принципе, вот давайте я так скажу, если вам, в принципе, эта марка нравится, если вам нравится направление, в которое марка делает свои парфюмы, и вы не против глубокого розового, розного, при этом сладкого, при этом вот явно выраженного восточного направления, то это очень интересно, друзья. На зиму, тем более, три вот таких вот ручечки. Цена очень хорошая. И, друзья, еще раз напоминаю, что с моим промокодом это будет еще интересней. 3 по 5, друзья, то есть достаточно, чтобы носить, наслаждаться. Много этого парфюма не надо, очень интересно. Слушайте, буду разнашивать, особенно в морозы, прям шикарно будет звучать. Короче говоря, друзья, что-то вот вы понимаете, да? Сейчас. Одним дублем снимаю, друзья. Вот я вам признательна бесконечно. Без вас этого счастья не было бы. Мы движемся к Новому году, мы движемся к рождественским праздникам. Буду считать, что это от вас мне был такой прекрасный подарок от магазина «Рандеву». Спасибо вам огромное, друзья. Вот еще аромабокс. Вот еще аромабокс и от Леванты. И вы понимаете, что мне будет о чем вам рассказывать. Буду носить. Буду вам вещать. Друзья, правда, в телеграм-канале каждый день парфюм дня, поэтому все самые-самые свежие новости парфюмерные не только вы будете узнавать из телеграм-канала, подписывайтесь. Но если не хотите подписываться, без подписки тоже можно смотреть, друзья. Вот, на этом я прощаюсь с вами. Я вас всех благодарю за то, что вы есть в моей жизни. И несмотря на всю эту красоту, я скажу вам, друзья, что дружба, человеческое участие, человечность, в принципе, намного дороже, чем самый дорогой парфюм, чем Рожа Дав даже. Я вам желаю здоровья, вашим близким здоровья. Я надеюсь, что вы все в безопасности. Я с вами прощаюсь в надежде на то, что продолжение следует. Обнимаю.